кричи счастье тем, что молчат. А ты поднимайся, вставай с колен, брат. Пора. Вы для чего вышли на поле? Вы для чего турей вышли? Если у вас турей не получается, давайте я поставлю эту девочку. Пусть она играет. Ну, два раза вы убежали с краю. Куда, непонятно. Просто убежали. Ты куда выбрасываешь мячи, дорогая? Два броска. Ты хоть в ворота попади. Может, попадешь? У вас, наверное, праздник сегодня, да? А вот там ворота находятся. Не видела, да? Ну, посмотрите еще. Значит, осталось 9 минут. Значит, мои дорогие, ну, пусть капитан за вас отвечает. Вы будете играть или нет? Пожалуйста, отвечайте. За всех. Ну, если Эмилия полезет с нуля, какая ваша? Ворвется, ну, ворвись. Прыгнуть, как ворвется. Отдайте мяч, козел. Этот вырежем, да мне плевать, что ты делаешь. Мне плевать на твое самочувствие, передача через твою бочку пошла. Я только не пойму, если вы закончили играть, что я как идиот буду орать, а? Вы закончили играть, Петушкова? Нет? А мне кажется, вы закончили. Вы ветку закончили играть? Вы закончили, да, хорошо? У вас второй там нет. Ну, ребят, ну не играйте, вы не хотите бежать. Вы не хотите бороться в защите. Вас Попович кручит как хочет. Просто как хочет, как клоуном. Выйдите, прихватите тогда. Пойди, стань, хоть один. Ты стоишь, надыхаешь. Один гол. Это здорово. Давайте, очень здорово. Если вы пришли. Побросать. Повыпендриться. Накрасить рожу. Показаться друг другу. Можете играть. Посмотрите на счет. Куда ты бросаешь, идиот, а? Вы сделали 12-13 бросков. 7 из них вот сюда прилетело. Вы не понимаете это, да? А вы понимаете, Толя, что вы вытворяете? Нет? А вы, Макеева, стучите в ладоши. Вот там упадите, разбейте, забейте. Ну, стучите, ребята. Давайте. Ну, включите мозги. Пусть там в России посмотрят, что вы можете. Вы же претендуете на что-то. Вот вы сейчас выбрасывали мячи. Что играет команда? Что ты отворачиваешься? Смотри сюда. Что у тебя играет команда? Ничего. Ты будешь бросать или турей за тебя будут давить? Куда ты прешься с копейками в буфет? Куда увяжетесь, алло? Давайте, пробуйте. Просто лучше. Почему вы каждый подальше мяч и бьете? Все уже, просрать! Можете выйти! Ну ничего, ребят, все очень здорово. Все хорошо, все здорово. Ну хорошо, Ирай, это начало вашего концерта. Да, Евгений Васильевич садится.